Депутаты Гордумы в рамках пленарного заседания приняли поправки в правила благоустройства территории Перми. Ранее их одобрил профильный комитет. Согласно изменениям, электросамокаты теперь можно размещать исключительно на велопарковках, которых в центре города не предусмотрено. Запрет на парковку фактически означает отсутствие возможности приехать на самокате, потому что пользователям его попросту негде будет оставить. Нарушение грозит штрафом за парковку в неположенном месте. В текущем виде ограничения позволяют нам продолжить работать, но существенно ухудшат для пермяков возможности использовать самокаты по транспортному сценарию в центре города. Вероятно, нам придется скорректировать не только количество парковок, но и плотность парка в городе. Также сервис кикшеринга продолжит призывать пермских властей к созданию рабочей группы с привлечением бизнеса и выработке совместно согласованного плана организации дорожного движения в Перми с пересмотром правил благоустройства. Мы также направили запрос сервису кикшеринга в УШ, но его представители пока не дали ответа. Основная идея – это выработать механизм взаимоотношений между собственниками территории общего пользования, то есть администрацией города, и теми компаниями, которые предоставляют услуги краткосрочной аренды самоката. Я думаю, здесь правильный путь – это выделение специальных мест и регулирование. Я не думаю, что от этого пострадает бизнес, те компании, которые сдают самокаты в аренду. Стоит отметить, что это первый подобный случай в стране, и профильный бизнес с этим никогда не сталкивался. Поэтому, по словам Михаила Якимова, Пермь может стать первым городом в создании муниципальных программ регулирования средств индивидуальной мобильности. Однако бизнес считает, что он точно понесет убытки с новыми правилами, резюмируют эксперты.